эксцентриссимо. На что бы вы были готовы ради 150 тысяч рублей? Подумайте хорошенько. В Китае вот супружеская пара продала за столько своего ребенка и купила себе одежду и мобильники. А вот в клубе «Ювентус» работают люди, которые не продаются и не продают. Английский «Челси» так хотел заполучить бразильского защитника Алекса Сандро, что готовил не тысячи, а миллионы и, конечно, не рублей. Пришел раз с чемоданом денег – отказ. Второй раз принес еще больше – никак. И на 63 миллиона евро не согласился туринский клуб, оставив лондонцев у разбитого корыта. Если бы сделка состоялась, Сандро стал бы самым дорогим защитником в истории футбола. Сейчас такой статус носит Давид Луиз. Он перешел в тот же Челси за 62 миллиона из ПСЖ. Но не всем так везет в этом дорогом футбольном мире. Румынский защитник Мариуш Чуара остается легендой уже 10 лет, хотя давно не играет. Он перешел из одного клуба в другой за 20 килограммов свиных сосисок. Карьеру пришлось закончить из-за смеха, увы, не завистников. Эксцентриссимо.